На Ямале произошло редчайшее природное явление. Ветер и мороз создали сотни крупных ледяных шаров. Из-за скопления так называемой шуги, это мелкие ледяные осколки, появилось это необычное явление. На разбитый лед действовали сильные ветра со снегом, которые обкатывали эту массу о берег и тем самым формировали шары размерами от 10 до 25 сантиметров в диаметре. Подобное явление крайне редкое, но его 2 года назад уже наблюдали на Финском заливе в Санкт-Петербурге. Сейчас же в сети появилось все больше фото с ледяными шарами, они продолжают появляться. Холодно-ямальская достопримечательность набирает популярность и удивляет пользователей. Ученые гадают, что же это за явление такое. Просто образовался лед из-за приливных отливных явлений. Его выбросило на берег, выпал снег, его обсыпало. А дальше уже под действием ветра, насколько я знаю, что он был достаточно сильный, вот штормовой, и их начало катать. Вот, и накатало их в те формы, в которые мы сейчас видим в новостях.